Грандиозный, яскравый, видовищный фейерверк убачить могилюшане и гости города под час святкования 750-годи областного центра. Подобного еще не было не только у Могилеве, а и у Беларуси, запевнили у гарвыканкаме. Юбилейный фейерверк – это подарунок Могилеву от китайской провинции Хунань. Китайский бок бярэ на себе и доставку установок, и навод персонал, які будзе монтировать и запускать фейерверк. Все лето салютные установки разместят на пляцоўцы каля парка аттракционов. Город Могилев, руководство города Могилева сегодня ведет очень плотную работу с китайскими партнерами. Китайские партнеры на сегодняшний момент анонсировали подарок городу Могилеву в виде салюта к дню города.